Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Терех и Вампир, мы начинаем проходить игру Red Alert 3, всем привет, да, вы не ослышались, мы начинаем проходить игру Red Alert 3, она никак не может покинуть канал Вампира, и сегодня она поселяется на моем канале, всем приятного просмотра. И как вы помните, я уже проходил кампанию в Red Alert 3, только на среднем уровне, и сегодня мы пройдем на самом сложном уровне. И, кстати, Терех ни разу не проходил кампанию в Red Alert 3, так что для него это будет слепое прохождение. Да, ну я, конечно же, пробовал играть в сражение, меня вампир немножко научил, что к чему. Вот, в кампании мы уже проверили все, потому что, ну, сами понимаете, долго мы не могли найти способ вообще, как реально играть вместе, никак не могли поверить, что наконец-то его нашли, но да, замечательно, все работает, так что мы можем записывать. Да, давайте начнем. Кампания, новая игра. Играть мы будем за русских, и давайте начнем. Да, трейлер смотрит на твоем канале. Приветствую. Как можно понять ситуацию? Как можно понять? Что вы сделали? Все наши дивизии сейчас воюют в Европе. Ты главный тихтерих. У нас все-таки серьезная война, а не трейлер смотреть. Прекрасно понимают, что мы ослаблены и что мы не сможем выстоять долго. В данный момент их ударная группа движется к Ленинграду. В этот трудный час именно вам предстоит остановить вторжение, ибо мне нужен тот, кто не поддается паникерству. Тот, кто не просто разобьет наших противников, но полностью уничтожит их. Раздавит их в труху беспощадно. О, усатый какой. Генерал Крюков, познакомьтесь с новым командиром. Командиром? Да. Вот этот хмырь совершеннолетний. Ленинград. Несмотря на то, что попытка удержать город есть безрассудство. Падет Ленинград, советский народ потеряет веру. Что ж, желаю удачи. Войска имперцев много лучше оснащены, и что интересно, многочисленны, тем не менее. Пожертвовать жизнью во имя Родины – великая честь, не так ли? О, да. Извините, но мне пора, у меня тут война идет. Даша станет аналитиком. Я бы вот Дашу с собой бы взял. Даша, именно русская служу Даша. Служу Советскому Союзу. Командир, имперцы начали массированное наступление. Я бы тебя помассировал. Ну, скорей, на самом деле, Терех, прекращай, ты что? Вы вообще, да, серьезно. Серьезно, война, а ты массировать что-то собрался там. Ну, Дашку-то залез. Так, ну, для начала нам надо подключиться. Итак, общая игра, ты там сиди, отдыхай, я сейчас... О, развалюсь. Да, приглашаю тебя в игру. О, мне приглашают. Давай, нет, принимай. Турнир прекращен, до свидания. Чего? Так ты сидишь, вот, нормально все, какой турнир? А, не, нормально, да. Турнир прекращен. Итак, первая наша миссия, это будет Ленинград, Соловей и Розы. Ну что ж, давайте начнем. Так, подожди, а... По-моему, это повторяется. Он опять пошел смотреть мой трейлер. Да лайк забыл поставить, что бывает. Надеюсь, вы не забыли, ребят. Так, все, давай, пропускаем. Об имперской армии вторжения известно только то, что она чрезвычайно мобильна. Они осадили Ленинград и штурмуют город, продвигаясь по каналам. Не дайте им взять его. Ленинград — символ Советского Союза. Под ваше командование перейдет наш лучший снайпер Наташа. Она окажет вам помощь в обороне города от имперских захватчиков. Наташка. Честь имею. Могу поспорить на сотку, что никто из наших подписчиков не смотрел на ее лицо, когда она говорила. Так, ладно, давай продолжим. И послушаем, что нам тут дальше скажут. Оккупанты штурмуют Петропавловскую крепость. Отбейте их атаку с помощью наших войск, дислоцированных поблизости. В этот час суровых испытаний вам окажет поддержку Наташа. Перед вами стоят следующие задачи. Закрепиться в крепости в сердце города Ленина. После этого вам будет предоставлено подкрепление. Удачи. Угу. Понятно. Итак, как мы и обещали, мы выбираем самую сложную. Угу. Ну, поняли. Нажимай «Готово» и начнем. Погнали.
В принципе, первая миссия, она не трудная, главное все аккуратно делать, скажем так. Ты сейчас будешь управлять пехотой, я буду имперцы управлять. Имперцы поставили блокаду и отрезали Наташкой. Нас от острова. Мы попробуем произвести высадку десанта, командир. Соберите выживших и защитите крепость. Ну что ж, попробуем. Блин, один сбили. Ты урод. Вот за зеленых, я одной Наташкой буду. Так, ты, наверное, на них не нападай, я их сам перебью спокойно. Да. Вот сами отходим. Все, замечательно. Да я помню, не надо меня, пожалуйста, учить. Я помню, что она умеет у нас взрывать. И вызывать авиаудар. Я помню это. Одна Наташка и 6 призывников. О, бить. Так, я понимаю все, но сейчас война все-таки. А, да, серьезно. Ты, наверное, в дом посади, солдат. Почему значка нету, я хрен. Слушай, тут сбоку придурки. Давай, убивай. Так, я надеюсь, ты с ними там разберешься, наверное. Да, в принципе, да. Не буду солдат тратить на эту ерунду. Хотя они даже урон не наносят почему-то крепости. Ну, потому что у них, наверное, автоматы, они особо... Автоматами и не... Почему-то они на нас внимания не обращали. Да, им насрать на нас. Так, подготовьте по 5 бойцов ПВО. Деньги у нас общие, сразу говорю тебе. Так, и вон там спрятались. Кстати, нет, не общие, слышишь? Не общие? Да ладно. Не общие, да. О, как видите... Я вот строю, у меня не общие. Ну, у меня... Значит, да вроде не общие. Значит, я плохо знал. Был 1800, тогда бы даже не смогли опять построить. А мы вон строим вообще. Значит, не общие. Ну да ладно, это, в принципе, не особо так важно. Я даже 6 построю. Строй, вот. Без проблем. Кстати, наверное, тоже 6 построю. Приветствую вас от имени Империи. Я командир Кензи Тензай. Не паникуйте, Эрик. И сегодня сейчас я моих... с огромным удовольствием сравняю с землей ваш город. Да, мы их сейчас прям накажем так, что они забудут это место. А ну-ка. Так, надо выбрать командование. Так, давай, короче, ты... Я центр понял. И сзади. Я буду здание защищать. Да, самое главное, чтобы не разрушили нам здание. Да я уж понял. Я думаю, тут это понятно. Не за Наташкой же они охотятся. Так, цифра... Так, я так понимаю, что... Ну, коктейли Молотова против техники лучше, да? Конечно. Автоматы лучше против пехоты все-таки. Это, я думаю, всем понятно. Кстати, ракетчики еще могут мины прикреплять к технике. Можешь попробовать поменять режим? Да нет, не режим. Я что думаю это? Блин, бойцов давят, вот уроды. Ну вот смотри, аккуратней там. Это, а сверху могут напасть? С воздуха? Нет, слева, типа, где моя казарма. Не знаю. Просто оттуда я не помню, попадает. Честно говоря. Замечательно. Так, ну в принципе, пока что неплохо держимся. Так, Терех, вот сейчас мне твоя помощь нужна. Иду. Да блин, как они это. Да, что-то они резко прям вертолетами решили напасть. Все, вроде бы отбились. Замечательно. Да, подкрепление дадут, уроды. Обещали вроде. Вот. Сказали, в центр придете, подкрепление дадим. Что-то рассказывают. Ждем. Что пока у нас есть, держимся. Да, блин, сколько вертолетов. Здание сажай. А, не, иду к тебе, ладно. Помогай. Да они что-то не обращают внимания на мои войска. О, блин. Тут они высадили истребители. Это фигово. Это вот эти придурочные? Угу. Истребители танков. Нет, тварь, не уедешь от меня. А, не уедешь. Чего? Ты свой фланг держи. Свой я, в принципе, смогу продержать. Я уж только в критической ситуации буду звать тебя. Хорошо. О, мне деньги дали, блин. Косарь. Да, надо это, нанимать срочно. Я себе хочу десятку. Ну блин, ну сосед, ну я только начал записывать, и ты начал. Да, сосед. Очень что же за сосед, а? Ну вот говно. Кстати, хорошо дрелит именно. Вы рано расслабляетесь. Настоящая битва только начинается. Да ладно. О, подкрепление вон идет с моря.
О, тачанки. Имперцы перешли в атаку и штурмуют Эрмитаж. Ух ты. Этот музей — национальное достояние нашей родины. Защитите его. Это вселит надежду в сердца советских людей. Ладно, так, не... по одному Голиафу нам дали, замечательно. Ну, сажай, короче, то, солдат. Понял. Так, а куда ехать-то надо? А, вон, слизи. Нам надо на тот остров перебросить. Ой, а я, кстати, ПВО не взял, бойца. Да ладно, в принципе. Здорово, соседушка. Да сосед, вообще, я его так люблю, что сейчас я пойду к нему сбитый, наверное. Пацаны, защищаем, мать вашу. Давайте, мужики, в а что они в полете не умеют стрелять? Не, не могут. Чисто бы затащили в полете. Давайте, мужики. Тут Голиаф один мой стоит. Что за... А почему тут вы его тогда нет? Должны, наверное, два все-таки Голиафа дать. Ну да ладно. Вы спасли Эрмитаж. Родина вовек не забудет. Да я понял, там вертолеты напали. Но еще не время праздновать. Если крепость падет, война будет проиграна. Так, теперь нам надо назад вернуться срочно. Пульни их в воду, потом меня пульнешь. А, они все равно обратно не попадут. Ладно, тогда ты только возвращайся. А, нет, наверное, в союзный Голиаф ты можешь посадить. Ну, я сейчас хочу вот этих ублюдков убить. Ну, убивай, ладно, я подожду. Нам по полтора косаря дали, надо нанять кого-нибудь. Призывники появились, кстати. И штучек 5 найму. Я уже до этого их при... Призывник окончил обучение. Давайте, ребята, работаем. Да я понял, что они нужны в крепости. Давай, убивай. Все, замечательно. Все, я отправляю обратно. А я в это время к тебе в Голиаф сяду. Да, быстрее. Так, ты на сейчас подходе, все, отправляю их тогда туда. Давай, садись. Глянь, чисто такие. Кстати, эпично получилось, да-да-да. Братки заходят за ними, такие прям. Класс, классно, реально классно. Глеб свой, верни на базу, он против воздуха неплохо будет. Форсируют каналы по всем направлениям. Крепость должна выстоять любой ценой. Глеб, а, окей. Он, в принципе, против воздуха-то будет неплохо. Линкоры. Ну, линкоры я уничтожу, твоя задача просто охранять. Понял, понял, постараюсь. Посмотрим, как вы справитесь с линкорами. Да езжай обратно в Китай. Да у него член маленький, это он так. Что? Китаец же. Цензура. Ай, я забыл, извините, мы же записываем. Так, ладно, все, я погнал уничтожить. Ух, сколько у меня призывников, да им задница полная, пацаны. Я отвечаю. Сейчас всем возьму коктейли молотого и все, из задницы им. Так, давай, Наташка. Так, Ctrl 1, Ctrl 2. Так, ну что ты тут держишься? А, они что-то пока не нападают на тебя. Да я вообще отдыхаю, стою. Странно, они должны нападать. Кто-то уничтожает здание наше. А, да и линкоры стреляют, я как могу. Они издалека. Стараюсь, да. Как можно быстрее. Что они не нападают, отдыхают. Не-не-не, вот танки пошли сверху. Вы получили доступ к новейшему оружию. Гравитационному спутнику. Он позволяет сконцентрировать магнитное поле на указанной боевой машине. Действуйте же. Я понял. То есть нам сейчас дадут... Магнитная буря. О, да, что-то дали. Что она делает? Ну, юнит просто улетает непонятно куда. Но этой магнитной бури можно как-то управлять, но я, блин, так и не научился. Сколько играю, блин, в Red Alert 3, так и не научился этим пользоваться, к большому сожалению. Блин, там, по-моему, сверху нападает. Да, сверху нападает. Давай, слушай, давай, давай, давай. Ну, твоя задача держаться там. Ты внизу защити тогда. Чё? Подкрепление идет к нам. Ух, коктейль молотого тащит. Ты, в принципе, все, мы выиграли. Со всех сторон. Как бы они там ни старались. А, это не к нам шли подкрепления. Нормально все. Еще секунд 5, и мы выиграли. Ну и все.
У меня призывников до задницы. Это только начало. Готовьтесь встретить смерть от руки наших лучших полководцев. Не, призывники неплохие ребята, кстати. Конечно, неплохие. Все тут действительно хороши. Крепость выстояла. Ленинград не сдался врагу. Отличная работа. Черденко будет вами очень доволен. Дорогая моя, ты думала? Итак, вот мы и прошли первую миссию. Ну, в принципе, она несложная, как вы увидели. Ничего тут трудного не было. Так, прошли мы эту миссию за 10 минут, грубо говоря. И давай посмотрим, что там нам дальше будет говорить. Главное... А, ты там все нажимаешь. А, теперь, как бы я понимаю, вторая миссия под названием «Красна 45. Предательство». Давай начнем. Вы молодец, командир. Более, чем мы от вас ожидали. Да, но ведь нападение на Ленинград было всего лишь маневром, призванным отвлечь наши войска. Постарайтесь больше так не ошибаться. Ты чё, усатый? По данным разведки, имперские войска уже выдвинулись к Москве. Сейчас они подходят к нашему старому космодрому у Красной 45. Красна 45? Мы сможем использовать ее мощь против японцев. Вот так, полковник. Пока вы все сидели за баррикадами в Ленинграде, враг нанес основной удар туда, где его ждали меньше всего. Вот дошурка за нас. Остановите противника. Преподайте наглядный урок. Эти имперцы не должны дойти до Москвы. Ну, генерал, он должен быть таким жестким именно. Если имперцы дойдут до Москвы, война проиграна. Мы хотим использовать против них базу в Красне 45. Город заброшен, но пусковой комплекс Красна 45 должен быть еще в рабочем состоянии. Генерал Крюков полагает, что орбитальный спутник поможет одолеть противника. Удачи! Да, удачи в этой миссии нам пригодится. Давай начнем. Японцев да. Нужно остановить. Для этого под ваше командование переданы те немногие силы, что остались в Красне 45. Ваша задача такова. Организуйте сопровождение для Наташи в центр управления полетами. В секторе могут оказаться советские военнопленные. Угу. Будьте внимательны. Следует проявить максимум осторожности. Удачи. Да, правильно здесь сказали. Здесь в этой миссии надо быть очень внимательным и очень осторожным. Давай начнем. Сейчас ты теперь будешь управлять Наташей, а я буду управлять, как я помню, серпами. Поехали. Блядь, Наташка там уже что-то красится. Них. Взяла всех. Неплохо, неплохо. А, твои тоже, ребят, прикольно появились. Так, ну что ж. Ой, Дашечка, Дашулечка. Мы отправили в сектор разведгруппу, но никто так и не вернулся. Следуйте комплексу и будьте бдительны. Ты где там? Не потихонечку. Ой, там пацаны, давай с ними разбирайся. Да ты, в принципе, оттуда можешь стрелять тоже. Только смотри, чтоб тебя там не убили. Аккуратней. Угу. Эту вот миссию надо проходить не спеша, аккуратно. Так, тут медведь. Михаил Потапыч. Ну тебе 4, Михаил Потапыч, дали мне 4. Замечательно. Надо да, по цифру их выделить. Да. Я не успел. Истребители. Ну, нам намекают, что используйте Михаил Потапыч, чтобы убить истребители. Я ими займусь. Давай. А я буду только попробовать освободить, там я вижу роботы какие-то. Кто? А, это оператор ПК Тесла. Да, давай их освободим. Все, терпеть больше сил нет. На союзника напали. Получено дополнительное задание. Так, Михаил Потапович, ты у нас раненый, давай. Слушай, тут два твоих. Так, ну тогда я возьму в себе. Не спешите, вперед, сейчас вот этих освободим. Давай я вместе с тобой сбегаю. Подожди, в принципе, не надо бежать, конечно. Я даже не знаю. Так, магнитная буря, надо взять ее. Она пригодится. Погоди, не спеши, не спеши. У тебя пока что недоступен крик? Не, недоступен. Надо их оглушить. Угу. Ну тогда подождем. А то так потеряем мы. Мишек. Так, ну у меня практически он доступен.
Все, гу. Идите сюда. Давай. Ай-яй, один не оглох, его первым делом. Он же труп, да. Все замечательно. Без потерь. Надо выделить под цифру адекватно. Да-да-да. Вы спасли всех бойцов разведгруппы. Они помогут быстрее добраться до пускового комплекса. Ну что ж, попробуем. Так, Наташка у меня под первым, люди под вторым, а операторы пока Тесла тогда будут. Так, под... давай аккуратно, потихонечку будем проходить вперед, не спеша. Будем смотреть, кто там впереди дальше нам встретится. Ну да. Вообще, в чем цель миссии, я забыл? Наташку сопроводить, да, куда-то? Да, куда-то ее, ну, туда, ну, на карте видно, куда ее сопроводить. Подожди, подожди, там, ага, там эти ниндзя бегают. Их вот желательно надо тебе убить. Я боюсь одну Наташку посылать туда. Ну, надо как-то бы... Как-то, ну, вот в кучке надо... вот встань за серпами и стреляй. Давай прям... Съехал так вот в кучу. И Наташку в центр, допустим. Я надеюсь, она достанет отсюда. Ой-ой-ой, что произошло? Это я. Ух ты, блин! Сюда летят. Ой, уходи, я... уводи, уводи! Ухожу, ухожу, ухожу. Блин, они уничтожили уже двух моих операторов. Да, они эффективны против пехот как раз-таки. Чё-то мы запаниковали и... Я потерял, а мне один только остался. Ну ладно, ничего страшного. Давай, убивай вот этих синоби, потому что они очень опасные. Танк-то хрен с ним, в принципе, его легко. Обнаружен один. Давай, давай, убивай их. Жнец начинает патрулирование. Там еще. Давай, подожди. Давай, еще одного убивай. Продолжаю патрулирование. Да они что, там их штампуют, что ли? Так, подожди, подожди, вон еще сверху идут. Ну их, в принципе, Михаил Потапыч можно убить. О, блин, потерял этого, ну ладно. Да. Так, вон заныкались двое. Вообще, я что смотрю, там два вертолета. Эти в тире там в каком-то развлекаются. Так, потери у нас, конечно, серьезные, но жалко. Так, надо аптечку бы взять. Какую аптечку? А вот видишь, на карте-то расположены такие вот квадраты. На них еще такой зеленый крестик. А, да. Так, в принципе, у тебя что, вообще операторов не осталось? Один. Вот надо, наверное, на вертолеты использовать. Вертолет как раз таки особо ничего нам не... Хотя, блин, если они сейчас взлетят, в принципе, они нам урон нанесут серьезный. Они сейчас резко-нибудь взлетят. Почему он не может убить? Тихо-тихо-тихо, сейчас они подойдут сюда. А, я знаю, что делать. Короче, один сейчас подойдет, создаст волну, чтобы они не смогли двигаться. Да-да-да, тихо-тихо, я сейчас попробую так сделать. Чтобы они не взлетели. Да тихо, да. Не дергайся ты. Да стой! А, они взлетели! Отходим. Им не понравилось. Так, они улетели вообще куда-то в дальние края. Возможно, за подкреплением пошли. Так, ладно, сейчас пусть зачистят эти серпы. Эту пехоту. Блин, нет, Наташку надо рядом с серпами. Вдруг они сейчас прилетят. Вот, аптечку надо взять срочно. Блин, я не подлечил. Надо медведем брать, да? Надо, чтобы все вместе стали, чтобы всех вылечили. Давай, давай. Ну, берите. Во, вроде сейчас все вылечили. Замечательно. Так. Что у нас тут впереди дальше? Танки. Ну, короче, стреляй по ближнему самолету, они все взорвутся. Нифига, нормально, ударная волна. Так, пехота. Ну, пехота-то ладно, это... Дальше идем просто. Давай, может, мишками. Стой, стой, давай только мишками. Да и мишек просто легко могут убить, вот чего я боюсь. Мы подбежим, заорем. Да, ладно.
Причем, кстати, на максимальном ранге был солдат. Ой-ой, синоби. Угу, замечательно. Так, стоп, 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 стоп. Тихо. Так, короче, держимся вместе. Я вот думаю, может заблокировать их. Ты потом взял магнитную бурю, способность? Да. Вот используй ее. Давай, я на слева снизу трех, ты на справа сверху трех. Я только трех подхватываю. Ну давай, а я слева снизу трех. Давай. А почему они мне не взлетают? Ты видишь, как я ее использовал? Вижу. А они не взлетели. Я не знаю, что это было. Надо попробовать. Желательно избавиться для начала от вот этих передних, потому что они самые эффективные против пехоты. Знаю, можешь ли на дашку их? Уничтожить ты сможешь. Пока они стоят, залипают, в принципе, ты можешь уничтожить. Давай второго. Конденсаторы подключены. А тут могут операторы ПК Тесла пойти. Ну, блин, вертолет. Нормально все, не паникуй. Хоть прокачайся. Ага. Сейчас Наташку как шмякнут. Да ладно, он полетел по делам. Ну ладно. Все, идем дальше. Так вот, все, добрались мы, куда нам нужно. Но пока что я тебе скажу, не радуйся, это еще не конец второй миссии. Так, ну орбитальный бомбардировка. То есть сейчас у нас откроется новая способность, грубо говоря. Позвольте мне представиться, враг мой. Мое имя Синдзо Нагама. Вы смогли разбить Кензи. Но со мной вам не справиться. Блин, он хреново. Противник залез в окопы? Теперь вы можете сбросить им на голову ненужный нам списанный спутник. Не паникуй. От него не спастись. Не паникуй, раньше времени. Казарму срочно уничтожь. Блин, срочно отойти надо. Так, подлечиться надо. Все, замечательно. Так, миссия у нас все-таки не на время, не спешим. Все аккуратно делаем. Так, я могу бомбардировку сделать. Да, я знаю, мне тоже это появилось. Подожди, пока не использую ее. Сейчас они отстреляют свое. Я не пойму, это когда-нибудь способность закончится у них? Она, по идее, должна закончиться. А, вроде все, вот последний снаряд. Ага, последний. Походу, это бесконечный терех. Сыпется. Давай. Не, во, вроде летят последние. Или нет? Ой-ой-ой, зацепило-то как. Просто когда я играл... Ой, они сзади тут уже начали. Когда я играл на среднем уровне сложности, этого не было, по-моему. То есть, видишь, как усложнили игру. Короче, двигаться надо. Не стоять на месте. Так, твоя задача уничтожить МСЦ. МСЦ направь. Наташка, сдалека попробуй. Она ее сейчас как там грохнет в воде. А, то есть она в воду лезет только, что ли? Ну, не знаю, вроде бы по ней не бьет все равно. Ну ты аккуратней. Так, что теперь нам делать? Сейчас посмотрю со стороны. Так, нам надо уничтожить электростанцию. Аккуратно пробеги, Наташка, сейчас вправо. Обойди, короче, эти палатки сверху и уничтожь электростанцию. Вправо, блин. Вправо иди. Да там тоже падает, блин. Ты там пробежишь. Они, да, теперь вот сюда и падает тоже. Блин, что-то мне кажется, чем мы дольше тянем время, тем нас окружает. Ладно, просто продвинься вперед, чуть левее, вперед и уничтожь электростанцию. Да. Только сначала синоби уничтожь. Потому что они вдруг побегут на тебя. И синоби там еще один остался, а то... Я вижу, да. Со спины убьет еще раз. Так, вообще цель этой миссии уничтожить Юрику.
Так что это будет нелегко сейчас. Сейчас будет замес, как я помню. Давай аккуратно. Вон она, Юрика. Все, твоя задача, короче, издалека. А может мы его вот так просто возьмем? Вали отсюда. Вы думали, нас будет так легко остановить? Пацаны, может это, полетаете? По Юрике стреляй. Самое главное, Юрику убить, неважно на солдаты. Все, мы выиграли. Браво. Были хорошими бойцами. Смотри, сейчас спутник упадет. Но вы, командир, намного их лучше. Уверена, за эту победу жители Москвы будут носить вас на руках. Ну что ж. Фу. Ну, блин. Честно говоря, немножко тяжко было. И волновался я даже. Да, местами. Да, есть такое. Так, ну что ж, на этом я предлагаю. Да, вот тут мы закончим на этом серию, так что надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжений, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока. Всем пока, ребят. Ждите продолжения.